За что были задержаны сотрудники полиции? За карманную кражу. Что похитили? Сотовый телефон. При каких обстоятельствах? Стоял человек выпивший. Ну, сам он тоже гулял и подошел, вытащил из кармана и ушел. Угу. Далее что сделали? Вытащил симку, вставил в телефон. В чей телефон? В свой, в деревяшку. Угу. И что сделали? Перевел оттуда деньги. Куда перевели? На свою карту. Потом что? Снял их. В какой сумме перевели денежные средства? 8 тысяч.